Яңал телевидениях эфирында башқырт тілінде әдерленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумығығыз. Сентябр адағында балалар бақсақы тәрбиесілері өзәрінің профессиональ байрамдарын білделей. Қаймашабаш ауылының Зангари балалар бақсақы мөдері Роза Пазиулина бұл байрамды өтедесінсі ел қаршылай. Балалар бақсақы бинахын асуына нәқ шыл теклім вақыт өткен. Бірінсі елді бүтәхі 36 бала болды деп еске ала ол. Садик открывала сама. Приехала молодым специалистом, но по профессии не работала. Сразу мне председатель совета, председатель колхоза предложил на заведование. Ну, я согласилась. Детей, конечно, в деревне было очень много. Была одна группа. Но мы все вмещались. Работали также один воспитатель, я, повар. Ну и все. Было интересно. Ну, конечно, не так комфортно, как сейчас. Сейчас у нас все есть. И туалет теплый, и вода теплая, как вы вот говорите. Все-все, да, и красивый садик стал. Мне нравится. Вот 33 года я проработала. Два года тому назад я вышла на пенсию. Ну, я еще хочу работать. А наши дети, которых мы выпустили, они уже своих детей к нам приводят, им нравится, они любят, они сами нам помогают. Праздники мы с ними вместе устраиваем. У Малани, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей, все без бровей, все говорим. Вот с такими ушами, вот с такими глазами, вот с такой головой, вот с такой бородой. Бүгінгі күнді бұл балалар бақсақына 20-нен ашу мәктепке сейештегі балалар ядылған. Оларды тәрбиелеу менен Лариса Миншарапова шығылыны. Білімі бойынса медик болған Лариса Витальевнаны 22 ел әлік сақырғандар. Шыл вақыттан башлап ол бір қайдала кетмеген. Балаларды хәм үдішін яратып көңілін беріп үшлей. Балалар бұнда дұс болырға, коллективта ойнарға, емғиятта өзәрін дұрыс тұтырға хәм өз алы болырға ерене. Үшімші, үршойым, Занятия делаем, играем, кушаем. Сначала после школы я отучилась на медсестру, потом, как сказать, здесь в деревне воспитательница была без образования и пригласили меня сюда поработать. Вот так я начала работать здесь, работу с 97-го года. Страх был, конечно, первые дни я никак не могла усыпить детей в тихий час. Няня приходила, усыпляла. Я прямо удивлялась, как это у вас получается. А потом сама уже тоже привыкла. Научилась. Сюда в колею вошла, научилась. Детский сад, как вторая семья, наверное, уже получается. Вот сердце отдаю детям, получается. Без... И семья участвует в этом, вся семья. Свои тоже сюда же в детский сад ходили. Вот дочка выросла, вот она недавно говорила, я, говорит, так ревновала к другим детям. Но я на самом деле всех детей люблю. Они, как сказать, быстрее, в круг стоим быстрее, кто успеет за мою руку. Вот так бывает. Все по-разному относятся ко мне уж. По-своему все любят? По-своему все любят, ага. Я тоже самая уж. Раньше дети были спокойные, послушные. А сейчас больше гиперактивных детей, больше непослушных. Ну, со временем они ко всему привыкают, слушаются, конечно. Но здесь вот последнее время гиперактивные дети. Спать не любят. Сейчас шустрые дети. Все они умеют, все знают они. Ага, умные. Умные дети, умнее. Стесняются. Не стесняются, не боятся, выступают даже на утренниках. Они все хотят выступать. А раньше надо было помогать им, вот что-то подтолкнуть их. Они уговаривать нужно было. А сейчас они все артисты. Я очень люблю свою работу. Мне очень нравится работать с детьми, с ихними родителями. Без них тоже работа не ладится, без родителей. У нас в детском саду очень сплоченный коллектив. Мы друг другу помогаем везде и во всем. Везде выступаем. Рука об руку. Вот, и из года в год мы идем, работаем.
Дети даже домой приходят, говорят, вот, Лариса Витальевна так сказала, надо вот так делать. У них же это тоже второй дом, детский сад. Они же здесь больше, они же дома только спят. Дети дружные. Вот я тоже вот так думаю, что дети сейчас, они очень умные. И к ним немножко еще воспитатель плюс. Все. Они у нас уходят в школу и благодарны учителя. У вас такие умные дети приходят к нам. Воспитанные. Уже в первом классе нам нечего делать, да? Я говорю, да, это ваши дети, которых мы немножко вот приучаем. И они это хорошенькие отличники. Mm-hmm. И в школе им интересно. Они вот иногда заходят к нам. Мы хотим в садик спать. У нас здесь хорошо кормили, говорят они. В садике, в школе-то они нас кормят 10 раза. Мы хотим покушать здесь. Вот. Им нравится. Тәрбиесіні яраталар хәм хүрмәт еделәр. Балалар бақсақына барар үсін иртәні олар зұр түтімхірлік менен күтіп ала. Я сразу просыпаюсь, переодеваю. И приходишь в садик. И прихожу в садик. Доброе. Красивое. Сатылатылое. Әліге тұшта ямғыр яуғанда балалар бина әсінде ойнай. Бүлмәсі білеке болуына қарамақтан олар хатта машинала ерігәлі орын таба. Иң мөхиме хине аңлап қабыл итеу, ә балалар ондайды хиде һәм аңлай. Мұғайын біздің бала сағыбыз тұрағында құрақалар һәрберхенің көз алдына өзінің яратқан ойынсықтары, көңілі ойындар келіп баса, һәм шылайық балалар бақсақындағы тәрбиесі. Күбіхесін ол икенсі әсей орынына. Шылай тип исәпләй үз тәрбиесілерін унынсы балалар бақсақында. Людмила Колчина бына инде 30 йылдан артық яңа ауылдың яш буынын тәрбиәләй. Әлеге тәрбиәсе әҙерлек төркөмө менән эшләп, ҙур ғорурлыҡ һәм ҡыуаныс менән уларҙың уңыштарын билдәләй. Һәр иртә тәрбиәләнеүселәрҙең көн тәртибендә дәрестәр тора. Унда улар тел мәрүҫтереп, тирә-яҡ донъяны танырға өйрәнә. Коллегалар әйтеүенсә, эш дәүерендә Людмила ҙур белем багажын туплаған һәм уның менән уртаҡлаша. Колчина Людмила Валентиновна – это наш ветеран. У нее уже 32 года педагогического стажа. Это педагог в самом высоком смысле этого слова. Вот есть писатели, которые пишут о детях, а есть детские писатели, которые пишут на языке детей. И вот Людмила Валентиновна, она умеет разговаривать на языке детей. Они ее очень хорошо понимают, она их понимает. Понимает их проблемы, помогает им справиться с трудностями, добиться каких-то результатов. Людмила Валентиновна никогда не проводит скучных родительских собраний. Все родительские собрания у нее в виде КВНов могут проходить, в виде дискуссионных клубов. И даже с детьми вот утренники, традиционные утренники проводят в виде вечеров, поэтических вечеров. Или это вечер у костра. Либо это какой-то светский бал. Ну вот всегда, что какая-то есть изюминка вот в ее мероприятиях. Она в душе очень молодой педагог. Она всегда ищет какие-то новые технологии, интересные методы, приемы использует в работе. И вот это вот все помогает ей в работе с детьми и притягивает коллег. Ну, я закончила Сарапульское педучилище. Немного погодя. Глазовский пединститут. 20 лет я проработала в Ижевске. Потом по семейным обстоятельствам вернулась обратно к себе на родину. Лет 10 работала в 7-м детском саду. Тоже там мне нравилось. А потом перешла в 10-й детский сад. И вот работаю до сих пор. Потому что считаю, что воспитатель – это все-таки творческая профессия. Это надо всегда выходить из каких-то рамок, если хочешь чего-нибудь добиться. А дети, чем мне нравится, например, моя профессия, вот на протяжении всех лет, дети вот как цветы. Вот не вкладываешь, думаешь, ну когда раскроется, ну когда? А потом раз, он раскрылся, и так это интересно. Думаешь, ну когда это наступит, вот этот бутончик, ну когда? По крупицам вкладываешь. А потом раз, цветочек раскрылся, и так здорово это. Ребенок, он никогда не врет, он любит. Любит тебя любую, и больную, и немножечко, может быть, даже рассерженную. Они доверчивые очень, они никогда не обманут. И поэтому я иду в детский коллектив, наверное, больше от них я уже подпитываюсь, чем они от меня. Они такие, какие есть, они открытые.
Понимаете, вот если в взрослом коллективе все равно мы можем польстить, это обкрутить, еще что-нибудь, а в детском это не пройдет. И как вы не будете изображать, что любите ребенка, он никогда вам не поверит, если вы его по-настоящему не любите. А вот если любите, они очень преданные. Это самые преданные человечки. Был уку елында мектепке сейештеги балалар Крылов басниларын ентекле үйрене. Улардың харбирехінің мағынахы хам ахамиятын тәрбиесі уды аңлата. Укытып, тәрбиелеп, мәктәп тұрмышын айрәтіп, тәрбиесі бола тұрмышында иң мөхим кіші болып қала. Мәктәпкә сәбілім берудің федераль дәулет білім беру стандарты білгістәрі есім ақтындағы ойын педагогик квест қыңғырау балалар бақсақы территорияхында өтті. Тәуді тәрбиесілер квест этаптары өту тәртибі һәм қығыдалары менен танышты. Бір-біріхіне өз визиткаларын көрхәтті. Хәм шынан хұң практик үлішкә көсті. Ойын өту маршруты бүті балалар бақсақы территорияхын уратып алды. Ә аралаш станцияларында қатнашылсыларды түрлі беремдер көтті. Бұл күнді тәрбиесілер педагогикала болған білімдерін ені қабатланы хәм нығытты. В нашем образовательном учреждении подобного рода мероприятия проводятся не впервые. Проводили также педквест мы с детьми нашего дошкольного образования. В основном на этом мероприятии педагоги решают именно задачи, вопросы, касающиеся федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Да, они в итоге они будут находить чемодан именно с документами стандарта. Педагоги, дошкольники, сами они очень творческие люди, и, конечно же, заявок было очень много. Сегодня у нас участвуют две команды. Определенное количество в одной команде и в другой. Мероприятие такого плана у нас планируется, потому что на сегодняшнее время это очень актуальная тема. Потому что это современная педагогическая технология. 26 сентябрь әдерлік түркіміндегі Чебурашка балалар бақсақы қызметкердері хәм тәрбиеленушілері ғадәти болмаған сара өткерген. Бұнда балалар өздерінің ғадәти болмаған киімдерін көрсетті. Был кисенің үдінсәлігі бүтә киімдер дә ярақыз табиғи материалдардан ішләнуі болды. Был инде тирәяқ мұхитке хақсыл болу мүхимлігіне иғтибар ету. Бүтә киімдерді болдыруда балалардың атай-әсейдәрі әудім қатнашқан. Хәм келіп сыққан хүдімтәләрін зур ләззәт менен күзәтіп ұлтырдылар. Мәктәпкә сәбілім беру хезмәткәрләренең хөнәри байрамы алдынан балалар исеменән тәрбиәселәренә карата йылы хүздәр яңғыраны. Мероприятие у нас проходит такой первый раз. И хотим получить радость сами, дети и родители. Мы уже в прошлом году думали сделать, но сделать ограничились только поделками. А в этом году подумали, а почему костюмы не сделать? Очень интересно. Дети выросли, большие, сообразительные, поэтому решили сделать так. Ну, столько было радости. Мы дали на подготовку всего неделю. Такая пошла подготовка. Дети, кстати, сами придумывали костюмы. Но рисовали, конечно, родители. Хотим, чтобы ребята у нас берегли природу. Потому что стали замечать, что могут лапку оторвать мужичка или еще что-то вот такое вот. Поэтому, наверное, и натолкнуло нас на это, чтобы провести такое природосберегающее мероприятие. Чтобы дети могли беречь, любить. Ну, мы же проводили еще занятия на эту тему. Как дети могут, чем могут помочь природе, как они должны помогать, чтобы город наш был красивый. И ну, решили такое мероприятие провести. Республикала мәктәпкәсе учреждение хезмәткәрләре көне һәм мәктәпкәсе белем бирүдең 100 еллыгы хөрмәтенә ҡалабыҙың балалар баҡсаһында флешмобтар үтте. Һауа торошоноң халҡын булыуына ҡарамаҫтан, Милешкәй балалар баҡсаһы иртәһе музыкаль һәм позитив башланды. Баҡса хезмәткәрҙәре әҙерлек төркөмө тәрбиәләнеүселәре менән бергә бейеү номер әҙерләгән. Балалар үҙҙәре лә ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡатнашты. Алдан әҙерләнеп, улар байрам кәйефе булдырҙы. Хотелось бы в этот день пожелать всем своим коллегам творческих успехов в работе, семейного благополучия и, конечно же, здоровья и крепких, здоровых, воспитанных нам ребят, чтобы детские сады нашего города и района процветали, гордились своими результатами. И сегодня наше выступление наших детей и воспитателей посвящено столетию образования, дошкольного образования. Каждые ежедневные репетиции. Дети с удовольствием бегали на репетиции флешмоба, воспитатели после работы все собирались, ходили на репетицию «Фок-юность».
репетировали в нашем детском саду. Детям очень нравится. Даже родители хотят, чтобы все дети нашего детского сада участвовали во всех мероприятиях. Никогда не отказывают. Им огромное большое спасибо за их понимание и поддержку. Киләгеләр булып был сара үткәрү инициативаһын Чебурашка балалар бақса халды. Тәрбиәселәр һәм балалары әҙерләгән номерҙарын күрһәтеп, барлыҡ хеҙмәткәрҙәрҙе байрам менән ҡотланы. Байрам алдынан Йәшлек физкультура һауыктыру комплексы территорияһында мәктәпкә сәбелем бирүҙең 100 йыллығына бағышланған байрам флешмобы масштаблы акцияла ҡатнашыр өсөн 200-дән ашыу мәктәпкә сә учреждение хеҙмәткәрҙәре йыйылды. Шының менән яңылықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хеде хава тұрышы көте хау болығыд.
В Янауле 1 октября ожидается значительная облачность, возможен дождь, ветер южный 5-7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 8, плюс 9 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 4, плюс 10, днем плюс 8, плюс 12 градусов. Где клен шумит. Не пропустите гала-концерт лучших песен вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Янаул. Встречай 13 октября в 19:00 МКДЦ, улица Азина, 32. Легендарный солист Владимир Преображенский. Только 28 августа в МКДЦ состоится большая распродажа шуб. Российские меха. Скидка до 50%. Ждем вас с 10 до 18 часов. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. В соответствии с поручениями президента и правительства Российской Федерации, направленными на повышение трудовой мобильности граждан России, создана новая версия портала «Работа в России». Портал обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий во всех регионах страны. База вакансий формируется центрами занятости населения, работодателями, а также из других источников. Портал содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящих для граждан любого возраста, а также социально незащищенным категориям населения. Портал позволяет соискателю в удобной форме осуществлять поиск вакансий, учитывая социально-экономические показатели субъектов Российской Федерации, в том числе на интерактивной карте. В паспорте региона представлена информация, которая позволит соискателю выбрать наиболее привлекательное для себя место работы. В том числе сведения об инвестиционных проектах и региональных программах в сфере занятости населения. На портале реализована простая и удобная поисковая система, позволяющая осуществлять поиск вакансий по большому количеству показателей – по региону, заработной плате, подходящей социально незащищенным группам граждан и другим категориям. Для просмотра результатов поиска соискатель может выбрать наиболее удобную для себя форму в виде списка или алфавита специальностей, а также воспользоваться картой. На карте отражаются близлежащие к месту работы школы, детские сады, медицинские учреждения и другие важные для жизни объекты. В карточке вакансий содержится детальная информация, в том числе о предоставляемом жилье, возможностях обучения и карьерного роста. Для того, чтобы создать резюме, откликнуться на вакансии, получить приглашение от работодателей, соискателю необходимо зарегистрироваться на портале либо воспользоваться своим паролем для портала государственных услуг. В личном кабинете соискатель может создавать сразу несколько резюме и редактировать их. После прохождения модерации резюме становится видным работодателем. А благодаря специальным настройкам портала гражданин всегда может посмотреть, кто из работодателей интересовался его резюме и пригласил его на собеседование. Доступ к базе вакансий возможен также через информационные терминалы. Портал «Работа в России» для работодателя – это удобный ресурс для поиска сотрудников и управления вакансиями. Работодатели получают возможность бесплатно находить квалифицированных сотрудников. Удобная, гибкая система поиска поможет выбрать нужные категории и осуществить подбор по ним, а затем, авторизовавшись, пригласить кандидата на собеседование. Удобный конструктор помогает быстро и легко создавать и редактировать вакансии. Следить за их статусом и видимостью для соискателя. В личном кабинете работодатель может отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование, а также проводить его в режиме онлайн.
Оператором портала «Работа в России» заключены соглашения о сотрудничестве с крупнейшими работодателями, а также другими ресурсами по поиску и подбору работы. В ближайшее время будет создана мобильная версия портала, колл-центр по вопросам трудоустройства и другие полезные и важные сервисы. В результате все граждане получают доступ к надежному государственному ресурсу, при помощи которого смогут найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе Российской Федерации. Работодатели. Возможность бесплатного и удобного поиска и подбора сотрудников. Государство. Мощный инструмент реализации государственной политики в сфере занятости населения и трудовой мобильности. Новая эра телевидения в России. В 2019 году страна полностью переходит на цифровое вещание. Большинству жителей теперь доступны 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и совершенно бесплатно. Тренд на повышение качества и доступности телевидения взят и в Башкортостане. По инициативе руководства республики на базе крупнейшего телерадиовещателя ТРК «Башкортостан» запускается первый региональный телеканал «Салям», который объединит под своим крылом все муниципальные студии телевидения. «Салям» – яркий, домашний, добрый телеканал для всей семьи. В его сетке лучшие программы, новости, кино и сериалы. Самое важное – возможность вещать его эфире получат муниципальные телекомпании. До 5 часов в день, самый прайм-тайм и, самое главное, совершенно бесплатно. На территории всего Башкортостана в сетях крупнейших операторов кабельного ТВ будет транслироваться единая республиканская сетка «Саляма». В самое востребованное время телезрители увидят программы своей местной телестудии на русском, башкирском и других языках народов республики. Башкортостан в плане развития телевизионной отрасли – один из самых активных регионов России. Благодаря позиции руководства республики был инициирован закон о 22-й кнопке для муниципальных вещателей, который впоследствии получил поддержку президента России, был принят Госдумой и вступил в силу. Уже в августе новый телеканал «Салям» начнет вещание в эфире на всей территории республики. И в более чем 25 районах и городах Башкортостана зрители теперь смогут увидеть программы местных студий в самое удобное для них время. В ближайшей перспективе на 22-й кнопке в сетях всех операторов кабельного ТВ. Ведь «Салям» задуман именно как межмуниципальный телевизионный канал, один из факторов успешной реализации федерального закона. Таким образом, в Башкортостане запускается уникальный проект «Республиканский телеканал «Салям». Отделом МВД России по Янаульскому району разыскивается за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, Бадрединов Ильнур Архимьянович, 67 года рождения, уроженец деревни Старый Алдар. Установлено, что разыскиваемый скрылся в начале апреля 2019 года, последний раз видели в селе Мисогутово Янаульского района. Приметы. На вид 50-60 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, имеется залысина на передней части головы. Нос прямой, выпуклый, губы тонкие, подбородок выступающий, скошенный, ушные раковины оттопыренные, глаза темные, кличка Басмач. Злоупотребляет спиртными напитками. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в отдел МВД России по Янаульскому району 54952 917-78-34-701 937-78-86-590. В Международный день пожилых людей 1 октября в Межпоселенческом культурно-досуговом центре в 13.30 начнется акция «Измерь свое давление» и выставка работ людей старшего поколения. В 14 часов состоится праздничный концерт. Также в этот день в рамках акции «Возраст жизни не помеха» пожилые люди смогут бесплатно посетить тренажерный зал при предъявлении пенсионного удостоверения. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту.